Друзья, всем доброе утро. Погода у нас сегодня весенняя. Мы погуляли, да, Даша? Погуляли, пасемся. Ночью прошел дождь. Сильный дождик прошел ночью. Земля мокрая, весна прекрасная. Не жарко, только сейчас пригревает солнышко. Чуть-чуть показывается. Салат. Закрытый, потому что солнышка еще нет. Тоже салат. Укропчик. Это простые пионы. Капуста. Яблоньки. То, чем я люблю любоваться. Самые красивые цветы у яблонь. В этом году их будет меньше. В прошлом году пришлось спасать дерево. Столько было яблок. Оп, улетела. Петрушка. Все знают ее полезные свойства. Очень полезно мужчинам. Полезно всем. Потому что здесь много минералов, микроэлементов, минералов и витаминов. Вся зелень полезна для нашего организма. Инжир. Инжир просыпается. Вот уже есть маленькая инжиринка. Первый урожай. Будем надеяться. Ну и, конечно, куда же без редиса. Хочется кушать свой, без всякой химии, а свое натуральное. Уже есть такая же. Можно. Ну и тут же сразу салат. Сразу же тебе и крупчик. Земляничка. Земляничка. А, будет. Сейчас это покажу. Скоро. Тоже скоро. Земляники у меня здесь, друзья, буквально метр, ну где-то метр на 2,5. Мы закрываем землянику свою. Смородина уже полным ходом цветет, отцветает уже.
И черешня уже отцветает, завязывается. Шмель прилетел. Похолодало. Немножечко похолодало. Дождик прошел. Пришлось даже одеть куртку. Такую легенькую курточку. Вот такая у нас сегодня погода. Как видели, разъясняется, солнышко появляется, значит, пойдет потепление. Друзья, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь, кликайте на колокольчик, пишите комментарии. До новых встреч в эфире. Хорошего дня!